Добрый вечер и добро пожаловать на наш канал. Находимся мы в сауне в Люксембурге, город Мондорф. Это приватная сауна, только там на двоих. Сейчас хочу вам показать, как внутри находится, сколько мы заплатили. Заплатили мы на 4 часа, это значит у нас 120 евро вышло. Вот. Посмотрите, это для нас, мы уже тут немножко половину съели, приготовили для нас фрукты, потом соки. Сейчас я вам покажу. Вот он какой деревянный. Снимаю вам днем, пока не сильно стемнело. Посмотрите, как внутри находится. Ой, какая жара. Очень классно. Вот такая сауна на двоих. Заходите сюда, у вас свой код. Через дверь покажу вам дверь. Потом тут это вообще большое заведение. Здесь есть общая сауна и есть сауна вот для двоих, для приват. И большой швимбат, швимбат это бассейны, это тоже там можно вот сюда вот выходить, тут тоже внизу на это приватные сауны, и вместе с ними там тоже плавать, как бы там большой бассейн. Вот, вот вода, мы без добавок любим, есть всякие добавки, знаете, но это глаза режет, мы это, как бы я не могу, у меня аллергия сразу. Ой, как жарко, 90 градусов. Так, будем выходить. Вот какая сауна. Вот тут душевая, холодная вода. Тут все подсветки, все тут светло, все включается автоматически. Сейчас наполовину так сниму вам стулья. Там у меня муж лежит, вот так вот. Вот, посмотрите, какая красота здесь. И вот, посмотрите, сейчас вам так курс покажу, потом в сауну пойдем в бассейн. И вот тут вот через забор уже идут приватные сауны. Все вот тут вот через и в ту сторону идут, и влево, и вправо идут. Все приватные. А потом выходим вот сюда, вон туда прямо. Вот спускаемся, и тут эти швимбады находятся. Швимбады это значит бассейны. Потом вам поздно вечером еще немножко поснимаю. Взяли мы на 4 часа, это значит до 8 часа вечера. Пришла осень, начинаются теперь сауны, парилки. Были мы в Голландии, потом вам видео закачаю. Что я там сняла, там я немножко снимала, потому что много гуляли, охота было, ну, приват что-то снимать, ну, как для себя и отдыхать, не только снимать, ходить. Потом вам покажу все. Вот так, чуть-чуть тут все вон загорожено, все обгорожено, потому что тут все отдельные, все по приват, нельзя снимать много. Посмотрите, какая красота. Тут уже огни загорелись. Как хорошо. Очень хорошо, когда сауна. Ой, прям прекрасно. Всем советую. Хочу сказать вам, мы находимся на границе с Францией. Смотрите, мы лежим, а за вот этим уже бушем, да, уже там граница Франции, уже люди там ходят. Прекрасная сауна, хорошая такая. Совет вам. Приезжайте. Мы под Франкфуртом живем. У нас это 2,5 часа где-то езды.
кто здесь рядом живет, им еще ближе. Очень хорошо, так хорошо. Приват, никто не мешает. На улице вода даже есть холодная, есть и горячая. Там подкручивается все. Тут везде огни уже включаются потихоньку. Весь домик освещается. Все горит. Ну, посмотрите. Все-все это потихоньку освещается. Начинает загораться. Тут шкафчики тоже вот тут вот есть. Потом, что я хотела сказать. Вообще-то первый раз вижу, что была еще вода горячая. Здесь и теплая, здесь регулируется. Вот, посмотрите, вот это вот. Сюда регулируется, сюда горячая вода идет, а туда холодная идет. Можно и нитель среднюю сделать. Очень мне понравилось. Будем с вами прощаться. Хорошего вам вечера. Всем пока.